Сейчас мы должны с вами подумать, как не допустить реализовать Додону с Плохотнюком их грязный план. Хотя, вы понимаете, они сегодня настолько запутались, они сегодня загнаны в угол, они что-то рассказывают, что-то они реализуют, может быть, потом, там, в 2018 году, но сегодня может быть все, что угодно. Нам, мы должны быть готовы ко всем сценариям. Вы поймите, что если они голосуют за изменения, после этого сразу досрочные выборы, можете в этом не сомневаться. Сегодня, если на них надавят, они дадут задний ход, то страна также может оказаться на пороге досрочных парламентских выборов, потому что, ну, они будут пытаться нахрапом взять все эти кандидаты, которых они определили как независимых там в районах. Значит, они будут, ну, поверьте, распределены так как это хочет Плохотнюк, а не так, как этого хочет Игорь Додон. Значит, Игорь Додон бы меньше лучше критиковал приднестровцев, значит, лучше бы занялся критикой Плохотнюка. Пусть он ведет порядок в нашем огороде, а потом будет поднимать вопросы, что в Приднестровье. То есть, например, так много кричит про Приднестровье, поддерживает эту историю совместных постов против приднестровцев. С приднестровцами нужно договариваться, нужно дружить, но ни в коем случае не устраивать концертом не нужно, понимаете, но вот эти жалкие там заявления, что ну то, вот там, те ворот и так далее. Додон кричит, что в Приднестровье там есть какие-то царьки, имея царя под носом. Против нашего царя Игорь не выступает. Так же, как он не будет выступать, потому что сегодня Плохотнюк, если откажется под давлением Запада от смешанной системы, да, то поверьте мне, что если будут досрочные выборы, он к Игорю засунет в партию социалистов, там каждый второй будет человек Плохотнюка, потому что Плохотнюку нужны будут гарантии. Но это отдельная история, мы обсудим с вами. Поэтому сегодня нам нужно держать ушки на макушке, нужно не просто наблюдать, а нужно жестко бить по всему этому улью, потому что только вместе с вами мы его можем, ребята, развалить.